Что у меня? Яблоко? Нет. Арбуз, да? Смотри. Шахерезад, хочу кое-что сказать, дочка. Слушаю. Ты наша дорогая дочка, которую мы обрели недавно. Ты знаешь. Конечно, и очень рада. Совсем скоро ты станешь частью другой семьи. И, конечно, сама будешь решать, какое место в своей жизни отводить нам. Теперь мы будем видеться с Кааном только тогда, когда это будет удобно тебе. Мне очень грустно, что вы так говорите. Это же не так. Каан ваш родной внук, и вы будете видеться с ним тогда, когда только пожелаете. Спасибо тебе, спасибо. Мы поговорили с Бурханбеем. Нам не хочется, чтобы богатство и положение той семьи, с которой ты породнишься, смущали и сковывали тебя. Ты не должна чувствовать себя одинокой или недостойной ни в коем случае, а? И мы всегда поддержим тебя, что бы ни случилось. Это жизнь. Если вдруг у тебя возникнут трудности, знай одно, что наш дом — это и твой родной дом тоже. Спасибо вам. Я счастлива знать это. Дом, в котором мы живем, дедушка отписал своему единственному внуку. Мы хотим, чтобы ты это знала. Спасибо, но почему он сделал это? Когда нас с Бурханбеем не станет, Каан, как наследник, и так получит свою долю наследства. Но этот дом очень дорог нам. Мы не хотим, чтобы он стал предметом споров. И поэтому пусть сейчас все уже знают, что он будет принадлежать нашему Каану. Но сейчас... Ведь так решил его дедушка. Доченька моя, да пошлет Аллах вам счастье, дорогая.